является одной из тех спортсменок, которые наполняют свои программы суперсложными элементами, при этом не теряя в артистической составляющей. Она была одной из главных претенденток на то, чтобы побороться с россиянками. Однако же сделать ей это не удалось. Рика Кихира стала только 7-й на этом чемпионате. Однозначно, если мы говорим о Рике Кихире, то это лидер женского одиночного катания страны восходящего солнца. Про нее можно сказать, знаете, абстрагировав ваше внимание от того, что происходило на этом чемпионате мира, что она заводная, она легкая, она артистичная. И самое главное, что ей поддаются элементы ультраси, такие как тройной аксель и четверной сальто. Против нее будет сложно бороться, но, как показал этот чемпионат мира, возможно. Наши девчонки заняли весь пьедестал почета, и совсем скоро вы увидите очень много российских фигуристов в этих показательных выступлениях. Сразу после очень короткой рекламной паузы не переключайтесь.